Всем привет! Вы на рыбалке с Демидой. Вот сегодня после работы вырвался на озеро, а то у нас тут дня 4-5 просто шел дождь, не переставая. Конечно, когда был выходной. Так что у меня часа 3-2,5, может быть, есть половить еще. Поэтому буду пробовать. А то уже давно щуку не ловил. Ну а что получится, вы смотрите дальше. Конечно, рыбаков сегодня море. Погода хорошая, повылазили. Ну, все в основном ловят карпа. На спиннинг тут ни одного человека. Ну это мелкая у нас. Вообще карандашик. Ну, отдай резину. Заглотила, блин. Ну, вот такая, спасибо. Взяла вот на эту. Причем кидал другой цвет. И не хотела. Поставила этот белый и сразу взяла. Есть. Ну это вроде покрупнее, чем-то. Да нет, такая же. Ну иди сюда. Все корма... О, отцепилась. Все маленькие. Ну, упитанные, блин. С икрой, наверное. Все, спасибо. Пошла. Сейчас погоним гусей. Спасибо. Насрали тут, конечно, блин. Ну, что у нас тут-то будет? Будет ли щука? Я надеюсь, ветер сильно не мешает, блин. А то весь день опять его не было, ветра. Как пришел на рыбалку,
так сразу же и ветер. Не удивлюсь, если еще и дождь пойдет, блин. Хочется сдалека такую мамку, не знаю, но пятерочку. Вам будет приятно. Шнурки тоже, конечно, радуют, когда долго не рыбачишь. А если ходишь на рыбалку, то и нету рыбы вовсе. Мелочь тоже приятна. Не говорю, если сегодня мелочь атакует, значит, и большая должна кушать. Ладно, пойдем дальше. С этого места мне один раз удалось взять такую, ну, 4 килограмма, 5 было. Сейчас тут в правом верхнем углу выскочит подсказка. Можете потом перейти на это видео посмотреть. Сначала она ударила, и потом она все-таки засеклась. Хорошая была мамка. Здесь постою, поменяю приманки, попробую воблер поставить, другой цвет резины. Опа! Ну опять карандаш. Ну, сойдешь? Тихо, тихо. Возле самых ног, но опять же мелкая. Все, спасибо. Ушла. И немножко подпортила мне поводок. Я думаю, надо поменять все-таки поводок. Он немножко подпортило. Кто знает, может, следующий заброс будет трофейная щука и сойдет из-за этого. Так что сейчас поменяю. И, наверное, резину поменяю тоже. Сейчас думаю, что поставить. Кстати, если кто-то знает, что это, напишите в комментариях. Я думаю, снять видео про это. Что это такое и с чем его едят. Но пока ставим другую резину. Поставлю вот такую угря. Посмотрим этот цвет, как сработает. Хочется сачок намочить. То есть взять крупную, ну блин, пока нету ее. Ну ничего, мы не отчаиваемся. Пробуем, ловим дальше. Играет хорошо как. Есть. Но опять такая же, ну ё-моё. Идет. Где крупная щука, блин? Тише, тише, сейчас отпущу тебя. Поворачиваемся. Тихо, тихо.
Упс, не в ту сторону. Ну все. Ну опять. Ну, питаемся. Спасибо. Ну вот, сработало. Ой, как она ее разорвала все. Ладно, пробуем. Поводок у нас целый. Всегда надо проверять поводок, дабы избежать потери трофея. Четвертая сегодня. Только где крупная? Думаю, может, надо поставить, попробую поставить ложку от Мэпса вроде бы, колебалку. И может быть на дальнем выбросе, потому что, хотя две вот эти, две были возле ног и две на полдороги. Ну, посмотрим. Но она будет укрупняться или нет? О, как она там. Ай, 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 спасибо. И все одинаковые, блин, по размеру. Я ее мог взять. Нахрапом быстрее вытащить ее и все. Ну, красиво же, когда она бам-бам и выплевывает резину. Надо давать тоже шанс ей. Ну, 5 поклевок, 5 реализовано. Шестая поклевка. Ну, опять такая же, ну, ё-моё. Идет, идет. Свечку, мадам. Не, не хочет. Только сейчас тут не дергайся. Кстати, у нее совсем свежая рана. Тихо, тихо, тихо. Так, ладно, надо взять зевальник, открыть ее. Ну, все одинаковые, блин. Так, все, все, все. Спасибо. Дерзкая. Как пуля резкая. Шестая щука. И четвертая с одного места, блин. И все как под копирку, одни и те же. Ну, вернее, размер одного и того же. Я не думаю, что ее я тут поймал, отпустил. Она в метров 30-40 дает деру. Берет еще, это уже наверняка другие. Только где их не бабушки и с дедушками? Поставлю вот такую колебалку.
тоже кислотного цвета. Но я хочу попробовать на дальнем забросе подальше позакидывать. Вот оттуда бы взяла бы сейчас. Подходил хозяин озера и говорит: сейчас у нас тепло обещают на следующей неделе, плюс 20 где-то. Говорит, щуку пока нельзя будет ловить. Мол, вода будет теплая, температура поднимется. И для щуки это опасно, то что ты ее когда поймал, отпускаешь, может не выжить. Правила, конечно, эти английские, блин. Поэтому думаю, может быть, прийти на это озеро, карпа попробовать половить с лещом. Если вам это будет интересно, напишите в комментариях, то тогда я сделаю, ну, приду, попробую на донке половить здесь. Всегда обычно на спиннинг тут ловлю, а донки не ловлю. Ну, что дома сидеть, если такие правила, что ловить нельзя будет в жару. Так что, вполне возможно, следующее видео будет с ловли карпа и леща. Попытка, вернее. Есть как бы просто в Англии с 15 марта по 15 июня запрет на ловлю щуки, то что не рестится она. Вот на таких озерах можно ловить, запрет на реках. Поэтому на реки сейчас ехать нет смысла, потому что нельзя. Но вот видите, потепление идет и сразу же говорят, что щуку ловить нельзя. А на этом озере с 1 июня по 1 сентября вроде бы, или по 31 сентября на спиннинг запрещено ловить. Так как жара, щука может не выжить. Против правил можно, конечно, пойти, но штраф будет такой, что ё-моё. Или хочешь потом вообще ходить здесь на рыбалку. Ладно, поменяем. Опа! Вот это щука! Вот это щука была! Ё-моё! Ну, блин! Мамка была хорошая! Ой, ё-моё! Надо поставить, наверное, воблер, попробовать. Блин! Собрался только поднимать и смотрю, вышла она. Так, ладно, сейчас попробую другую поставить. Пришел такой вот воблер с Китая. Блин, щука какая была. Я не думаю, что она далеко ушла. Вот она. Это она, да. Ой.
она чтобы флюрик не перекусила. Все в домике. Sorry? Do you want to take a photo? Yes, yes, yes. Cheers. Can you drink me as well? Yeah, yeah. It's alright, yeah. Don't worry. Все в пиявках. Ну что, щуку отпустил, воблер разловил, вот такой вот, повторюсь, китайский, если кому интересно, могу оставить ссылку. И вот, как и говорил, вот кидал колебалку и видел, что она вот тут выходила, но это она вроде бы, потому что она стартанула туда вправо. Закинул воблер, поменял и взяла. Ладно, надо идти, наверное, на новое место. Другое место, вернее. Пробовать там. Может, там крупное все стоит, а не эта мелочь, что здесь. Ну, блин, это тоже приятно, когда такая хоть. Рыба есть рыба, поклевка, адреналинчика хапаешь. Что еще надо? Ладно, пойдем дальше. Вон какие маленькие утята. Мамаша с маленькими утятами. Рыбы много стоит наверху, потому что бывает ведешь и чувствуешь, что по шнуру, ну, шнуром задеваешь рыбу. Но это все карп и лещ. Ну что, рыбалка сегодня удалась. Это 100%. Было 7 поклевок и 7 щук. Ну, в следующий раз, может быть, приду сюда на донку, потому что уже при мне 4 карпов взяли и 1 леща. На спиннинг нельзя будет ловить все равно. Поэтому, думаю, следующая рыбалка будет все-таки на донку у нас. Но вы все равно напишите, интересно вам будет это посмотреть, неинтересно. Так что... Всем спасибо и всем пока.